В Бурятии в прошлом году было зарегистрировано 30 неблагополучных территорий по заболеваниям домашних животных – лептоспироз, сучная болезнь лошадей и бруцеллез крупного рогатого скота. Всего выявлено 179 больных особей. Остается наша республика и в числе неблагополучных по бешенству. Из плюсов можно отметить обеспечение лабораторий современным оборудованием и спецтехникой. В прошлом году мы закупили анализатор ртути, который позволяет нам без проб подготовки определять ртуть в пищевых продуктах. Конечно, это сокращает время лабораторных исследований, облегчает труд ветеринарных специалистов и выдает результаты на современном уровне, самые точные. В своем докладе начальник управления ветеринарии Бурятии отметил, что ситуация с безнадзорными собаками в республике остается напряженной. В прошлом году зарегистрировано 3500 нападений животных на людей. Всего по республике в 2020 году было отловлено 3516 животных без владельцев, в отношении которых проведены в соответствии с действующим законодательством мероприятия, возвращено прежнее средство питания 1931, передано новым владельцам, остальные животные, оставшиеся в количестве животных без владельцев, переданы новым владельцам, а также приют общественных организаций. В этом году также планируется подготовка к внесению лабораторий в национальную систему аккредитаций. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня.